Я хочу сейчас попросить продолжить наш праздник еще одного человека, который для меня представляет все лучшее, что есть в мире, потому что самое лучшее живет в горах. Вы со мной это согласитесь, наверное. Самое лучшее живет в горах, там, где живут наши с вами души, там, где им ничего не мешает оставаться самим собой. Человек, который учил ходить по горам, Юрий Ильич Висбора, человек-легенда, который своим присутствием осветил открытие доски Юрия Висбора, метр гор и человек, благодаря которому наша страна вот продолжает остаться великой, потому что человек покорял все вершины, которые он видел вместе с легендарными людьми. Владимир Дмитриевич Ковуненко. Я не буду перечислять его должности, его звания. Для этого надо было оставаться здесь еще на двое суток. Кстати, он зашел на Алтае первый на одной из вершин и по праву первого сходителя дал этой вершине имя Юрия Висбора. Так, Владимир Ильич? Вершин Юрия Висбора не одна, а, по-моему, 4 или 5. Первые вершины, прямо буквально в год, на следующий год после печальных событий, мы назвали на Алтае одну вершину, но на нее мало ходили, мы сделали вторую вершину. А право назвать вершину дается тем, кто впервые поднимается на какую-то нехоженную гору. Это называется первосхождение. Но, в общем-то, мы собрались сюда по случаю, по совсем по другому поводу. У меня, кстати, сегодня идет очень большое интересное альпинистское мероприятие. Сейчас вручают золотую ледоруб за лучшее восхождение сезона моим друзьям. И все-таки вот я решил, что здесь мне будет приятнее и теплее. Когда шел сюда, почему-то вспомнил начало своей альпинистской деятельности. Это был 52-й год, как говорят, так долго не живут. Но это было в 52-м году, мы пели гоп со смыком, мурку, пели громко, безобразно совершенно. Это, мы считали, что это здорово, что народ там в восторге, но я быстро понял, когда с Юрием познакомился, что это ну, просто безобразие. И, в общем-то, мне всю жизнь везло хорошими людьми, бардами. Я воспитывался на песнях Висбора, Верховского, там, Никитина. И 5 лет назад мне повезло в очередной раз познакомиться с Владимиром Радзейским. В общем, все произошло быстро, случайно. Юрий Ильич и они делали прекрасную мемориальную доску. Я представлял дом Нины Филимоновны, она попросила. И, в общем-то, все мы это сделали. Он сделал. И то, что я увидел на Чигете, вот его организаторский талант и способности потрясающие. Я ведь много видел, много ездил, но ничего подобного нигде не было. Когда открывали доску, на склоне не осталось ни одного горнолыжника. Они не могли разместиться возле кафе «Ай», все крыши были забиты людьми. Это был колоссально большой праздник, и все это, конечно, организовывал Володя. Было очень, очень здорово. А вот этот карнавал на лыжах, ну фантастика, я повторяюсь, я много ездил и ничего подобного не видел. Значит, Володя, ты сейчас созрел уже, хороший возраст, 60 лет, но дальше будет еще интереснее. Это я тебе говорю как литерат, когда мне галкнуло 60 лет, много лет назад, я, конечно, испугался, но в общем-то все будет нормально, я уверен, что единственное, что вызывает сложности вот после 60. Ну, кстати, можно после 60 каждый год считать юбилей, ну, праздновать его. Это уже, да. И я бы дал даже какую-то награду за долголетие, потому что средний возраст у мужиков у нас слабый, а 60 лет это уже хороший рубеж. Единственная сложность это приобретать что-то новое. Это я по себе знаю. Поэтому, ну, во-первых, пожелание... Дорожить старым. Поэтому у меня пожелание не терять ничего, то, что у тебя есть. То, что мы дорожим, это мы все знаем, вот люди, которые здесь собрались. Значит, я тебе желаю удачи, успехов во всем, чтобы тебя окружали веселые, надежные и правильные люди. Дай Бог тебе, чтобы все у тебя сбывалось. Ничего не теряй. Вот они. У меня есть официальная бумага. Бумага с печатью, поскольку я еще по инерции считаюсь
председателем Ассоциации способных формирования России, мы тебя награждаем грамотой. За что? За большой вклад в развитие авторской симпатической песни и в связи вот с этим вот великим юбилеем. Советское время. Книга «Лучший подарок». Книга авторская. Кому-то я уже дал,